Приветствую вас, народ, с вами Варчик. В этом видео расскажу вам новые подробности про Новый год в игре «Мир танков». Во-первых, напомню вам, что говорили в прошлый раз. Во-первых, еще больше наград на танках с 5 по 10 уровень. За первую победу на танке один раз дают коробку с ценными призами. Особые контейнеры с ценным и внутриигровым имуществом. Я так понимаю, это будут какие-то малые коробки, в которых будут небольшие ништяки. Также обворожительные девушки и вместе с ними енот. Я так понимаю, это новогодние члены экипажа, которых можно будет получить. Это было в прошлый раз, но вот теперь подъехали еще новинки. Сборочный цех. В прошлом году сборочный цех был, и вот в этом году тоже все его ждали и предполагали, что он будет. Вот появилась информация, даже вышло видео про сборочный цех. Начнем год с новым танком. Танк, на который будет сборочный цех, это ТСТ. Чехословацкий тяжелый танк 8 уровня. Недавно показывали, как вот на супертесте тестировали, меняли параметры некоторые. Средний урон у танка 300, пробитие 224 основным снарядом, 252 специальным. Скорость полета основным снарядом 930, специальным 1020. Фугасы обычные летят со скоростью 830, пробитие 53. Перезарядка 6,5, но последний раз на супертесте ее понерфили. Теперь она 7,3, почти на 1 секунду. Перезарядка стала дольше. Сведение 2 секунды, точность 0,45. Орудие вниз опускается на 8 градусов. Максималка вперед 50, назад 15. Удельная мощность 16,5. ХП 1500. ВЛД толщиной 80 мм, борта 75, лоб башни 210, обзор 370. Ну и в последних изменениях на супертесте УВН и понерфили на 3 градуса, теперь минус 5. Также еще и мощность двигателя была 900, сделали 800. Честно говоря, я этот танк вообще ни разу в жизни не видел, только на картинках. Насколько он был имбовый, что его нужно было поднерфить, я вообще без понятия, имбует он, не имбует. Нужно будет получать этот танчик, и потом я вам его покажу на стримах, и мы разберемся, насколько этот танк получился имбовый, не имбовый, слабый, не слабый. По картинкам видно, что у него очень малюсенькие лючки, но крыша немного наклонена вперед. Есть там уязвимая зона, как у ИСа 3 посреди башни или нет, неизвестно. Может, он еще и в маску будет пробиваться, она такая большая, квадратная, но корпус не особо бронированный. Танк получается вроде как немного про скорость, с крепкой башней, но вот у ВН и точность плохая, и неизвестно, какая там еще стабилизация, и посредственный обзор. Но поскольку это танк за сборочный цех, то, наверное, он будет в балансе, не имба, хотя я на нем еще не играл и не знаю точно. По крайней мере, тенденция у Лесты такая, чтобы выпускать сбалансированные танки. И поскольку он будет доступен всем бесплатно, если пройти сборочный цех, в котором там нужно будет задание выполнять, я так думаю, как и в прошлый раз, то вряд ли этот танк будет супер-мега-имбой, поскольку это типа халява. Также еще появилась новая информация про праздничные контейнеры. В этом году нас ждет 4 вида больших новогодних контейнеров: Отечественный Новый год, Рождество, Восточный Новый год и Сказочный Новый год. И также, что еще нужно знать про контейнеры. Внутри 3 линейки танков. Елочные игрушки, много всего другого и игровое золото. И самое вкусное, в контейнерах можно будет найти кое-что легендарное. Итак, этот текст, наверное, один из самых главных в этой новости. Во-первых, то, что все ждали. Будет золото в контейнерах или нет? И вот оно, да, оно будет. Все, выдохнули. Здесь вот больше не поныть. Но, во-первых, сколько его будет? Во-вторых, какая будет компенсация, если выпадет прям танк, который у нас уже есть? 100%, 50% или, возможно, какой-то другой процент. Также еще мне интересно, что такое внутри 3 линейки танков. Что такое 3 линейки танков? Это как-то они по уровням отсортированы или что? Такой формулировки я раньше не встречал. Можете написать в комментариях ваши догадки. Елочные игрушки, это понятно, это всегда было. Много всего другого, ну там можно мусора насувать столько, что и места не останется. И самое вкусное, то есть там еще какие-то легендарные, что легендарное? Ну, наверное, не легендарный мусор, наверное, легендарные танки. Какие танки могут быть легендарными? Type 59 легенда, КВ-5 легенда, какие-то имбовые легенды? Или, может быть, новые танки какие-то? Еще из тех танков, которые тестируются на супертесте, нам показывали, но еще никуда их нигде не добавляли,
Это Charlord AP-58, француз 8 уровня. Тяжелый тоже. Также КВ-4 Турчанинова. Еще неизвестно, что там с аукционом. Он закончился или будет продолжаться. И там будут еще Type 63. Тигромаус 9 уровня примтанк. Немецкий, тяжелый. Эти все танки, они в новогодней коробке идут? Или аукцион еще будет? Тоже пока непонятно. То есть вот эти вот танки, я думаю, что-то где-то тут вот крутятся вокруг Нового года. Что-то из этого точно там должно быть. Напишите в комментариях, что легендарное может быть в новогодних коробках. Вот такие вот новости у нас про Новый год появились. Я считаю, что они полностью положительные, но до конца еще тайны все не раскрывают. И подробности мы только узнаем позже. Я думаю, что ближе к патчу 1.23, 6 декабря, мы все больше и больше будем узнавать подробностей. Сборочный цех в прошлый раз длился там что-то типа около месяца. Там были какие-то ветки заданий, их было много. Большая часть из них не особо сложные, но по мере того, как ты их проходишь, они становятся все сложнее и сложнее. Какой-то даты старта сборочного цеха я не вижу, но, наверное, в декабре оно и начнется. С вами был Варчик, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачного дня и пока.